Так выглядят 4 квартиры после пожара в доме номер 121 на улице Белоглазова. Не уцелела мебель, техника и даже межквартирные перегородки. Соответственно, когда произошел пожар, они сразу почувствовали разрушенные стены и почувствовали угар, сразу выбежали на улицу. Жители этой квартиры на момент происшествия были дома. Они дальше всех находились от очага возгорания. Успели выбежать и не пострадали. Еще в 2 на момент пожара никого не было. А это то самое место, где предположительно начался пожар. Владелец квартиры погиб. Как мы видим, 4 квартиры действительно превратились в одну большую студию. Сейчас здесь проводят восстановительные работы. Окна поставили. Сейчас устанавливают межквартирные перегородки и убирают копоть на потолке. Электроснабжение почти заменили, еще штукатурят стены и укладывают новый линолеум. Ремонт начали в понедельник, завершить его планируют в течение недели. Работы ведутся за счет резервного фонда исполнительного комитета. Такое решение было принято руководством города. Постоянно проживали в 2 квартирах. После пожара одной семье некуда было пойти. Держим ситуацию на контроле, ежедневном контроле. Квартиры 18-е, которые пострадали жители, они сказали, что им негде жить, родственные отношения, к сожалению, в Альметьевске не было. По решению комиссии чрезвычайной ситуации района их устроили в гостиницу. Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека на пожаре. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неправильное хранение горюче-смазочных материалов. Следственные действия продолжаются. Лиса Навзалова, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.